У нас как вот благотворительность, как понимается? Благотворительность – это лечить детей. Да, раком заболел, дал деньги, через полгода есть какой-то результат. Как бы, ну, как сказать, не хочу никого говорить, как быстрые деньги, да. То, чем занимаемся мы, это длительные вложения в наше общество. И не все понимают, а зачем вы ими занимаетесь? Не надо, они должны быть как бы закрыты. И все понимают, еще это советское мышление повернуть очень сложно. Немножко мы как вот у нас любят государство, за что возьмут, вот так разгребет, этих сюда, этих вместе, все. И это через так по крови режут, так, по-живому. Нет, нужно немножечко с вниманием. Вот как раз вот это общественники, вот эти организации, и то, что чиновники слышат, могут отнестись к этому с вниманием. А, нельзя тогда? А как можно? И так происходит.